Здарова, дорогие подписчики, гости канала, на связи, как и всегда, Диман Диффер, а также Дони. Мы находимся в GTA 5, а это у нас шоу Узко-низко. Ку-ку, Сиандра, дорогие мои. Сегодня мы продолжим кататься под шлагбаумами на новых машинах, которые появились на проекте. Ребята, тачек стало очень много, поэтому есть очень много интереснейших вариантов, на которых мы еще здесь ни разу не проезжали. Я напоминаю то, что мы проезжаем под каждым шлагбаумом, и там, где машина останавливается, это ее предел и лимит по баллам. Баллы написаны у нас вот на вот таких вот стойках, поэтому баллы мы после каждого раунда записываем, подсчитываем общее количество и выявляем победителя данного шоу. Напоминаю, что если проехать последний 30-й шлагбаум, который, ребята, даже нашему персонажу по пупок невозможно пройти, то получишь 50 баллов, все максимально просто. Это, так сказать, экстра балл. Ну и также, ребята, есть внегласное правило, где у нас, если машина проезжает дальше оппонента, то ее обладателю есть возможность спауна второй машины в следующем раунде. Поэтому, друзья, будет очень весело и интересно. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться и пишите комментарии, как вам данное шоу. Ну а мы прямо сейчас отправляемся на спаун. Давай. Прикольно. Ну, у тебя первое это BMW уже, у меня пока первой нету, надо подождать. Вот, на первый раунд мы спауним по одной машине в любом случае. Да ну! Подожди, качается? Да, я думаю, бери даже крылья так, есть? Если подожди, не крылья качается. Есть, крылья есть, подожди, крылья стоят, но она... Но она, ребята, дырявая, она дырявая, а мы дырявые не берем, сам же знаешь. Так, что тут еще можно? Ну тут все! Но мы ее переспавним, ребят, потому что дырявые машины мы не учитываем, а она, ребята, не качается. Вот, так что смотрим, что будет дальше. Дырявые пока, машины. Знаешь, вот у меня был шанс, так сказать, вторая жизнь. Шанс на ошибку. И смотрим, что будет сейчас. Ай, восьмая. Ну, понятно. С кайфом. Ну, понятно. С кайфом, просто это с кайфом. Скам. Это скам. Все полетели. Понятно. Да не, брат, это, знаешь, это я просто под Богом хожу, вот. Мне помогают свыше. Это скам, и все тут. Так, и... Ну, ты при этом, да. Не, не дальше, брат. Ну, у меня вряд ли буду дальше, я же выше тебя. Да, походу ничья, так и я, по-моему, дальше не буду. Вот я и пониже. Но как будто крыша. Как будто крыша гласит свои правила. 29, все, приехал я, короче говоря, да. Простите. Ну, я попробую еще раз, но, по всей видимости, ребята, ничего здесь не изменится. Тоже 29 баллов, баллы записаны. Отправляемся на второй раунд. Давай, давай. Спауним следующие машины и смотрим, кому что выпадет. Так... Пока нету. Давай, давай, понятно, пока GTA-шная. GTA-шную я видел. GTA-шную видел, у меня пока нету. Ждем, пока что спавним и достаем какой-то обычный Mercedes. У меня это снова i8, да, но в этот раз она какая-то заряженная. И, кстати говоря, без крыши. И я вроде как пониже. Полетели, пробуем. Ну давай, видишь, поехали. Видишь, да, эти Twin Turbo? Вижу, вижу. Ехала. А чё они все такие, как будто нереалистичные? Чисто все хромированные. А, я всё, спокойно проезжаю 50 баллов. Спокойно проезжаю 50 баллов. О, она цепляется очень жестко. Первые 50 баллов, ребята, явно мне завозит. В первом раунде, так знаешь, напрягли 28. Меня. Ну, а втором дали возможность забрать 50 баллов. 28, да, 28 баллов, ребята. А баллы записаны, я вырываюсь вперед на 22 балла. Это неплохо, мы идем дальше на третий раунд. Давай. В таком случае у меня еще и спаун двух машин. Первая из них это Bugatti Lambo, а вторая это у нас... Bugatti Lambo? Это обычная, да, обычная. Ну, Bugatti Lambo, да. Так, и ехала... Bugatti Lambo, что это? У меня монстр BMW 46-я, у тебя McLaren. Понял, да, что за машина? Вот, Bugatti Diva спереди, а сзади как будто Lambo. А, прикол. Полетели. А быть может, это и есть Bugatti? Такая новая какая-то. Ну, что-то я про нее не слышал ни разу. Ну-ка. Красиво. Так, ладно, это 100%... Ну... А что, так можно было? Неужели McLaren не проедет? Вы прикалываетесь, что ли? А что, так можно было? Она цепляется с чем-то... Джип набрал 28 баллов, прикинь? Реально? Ну да. А, ну у меня 29 и все, и она у меня просто, ну, она цепляется чем-то непонятным. Это меня радует, что мы как бы просто за этот раунд, я думал, будет большая потеря по баллам, будет здорово.
Спасибо. Но это всего лишь 28 баллов, и буквально 1 балл тебе в копилку, но зато у тебя есть шанс на 2 тачки. Поехали. Давай. Динамичная серия у нас получается, тем временем мы спауним побольше машин, соответственно, проверим их. Проездную способность больше раз. Так, да ну! Чё там у тебя? Где я накосячил сегодня, я не пойму, LX570, но только пикап. Ну, версия. Это неплохо. Да как бы хреново это, слушай, ты посмотри на это. Ты просто посмотри на это. Бугатти. Да нормально, нормально. Бугатти, Бугатти. Да. Прикольно. Чё, ещё будешь спанить или поехали? Да не, поехали, поехали. Поехали, пробуем. Ребята, я прямо сейчас за 2 раунда очень сильно теряю в баллах 100%. Да это какой ты один балл проиграл. Балла. Ну а сейчас тебе чё? Сейчас 50 твой поставишь и всё. Да какой, она не проезжает, она высокая. Да ну. Да. Ладно, Макларен, но с Маклареном прям вопросы. Почему он не проезжает, ну, Бугатти? Ну, Бугатти на высокие колеса большие. 24 балла в моем случае. У тебя получается сколько? 29 плюс 5 баллов. Ну, получается, что да, да, все. Итого, разрыв был 22 очка, а сейчас у нас получается минус 6. То есть, получается, что 16 очков осталось в запасе. Ну. Как бы неплохо, но... Ну, да. Но главное, чтобы это закончилось. Поехали дальше. Давай. А снова вновь спауним следующие машины. Смотрим, кому что выпадет. Так, у меня да, пока ну нет... на... Кия. Не буду, не буду брать. У тебя еще, да, есть шанс на вторую машину. Пожди. Миник, да, это... это аддон, брат. Вот это вот аддон, мини-тачка. Да, ну, идите вы нафиг. Да, я просто подумал, ты знаешь, вот обычный РК-бандита, но это не он. Это именно доновский ну, вариант. Еще и посадка у него такая странная. Без посадки авто нет. Раздавлю. О. Да? Да ну, ламба, маленькая ламба. Ну поехали, да, пробуем. Я вот не уверен, что я доеду до полтинника. Но вот за тебя мне там говорили, конечно, что можешь проехать. 50. Нормально. Брат, 50, нормально. Ну, понятно, понятно, понятно. Кайф. Да, в любом случае, хотя бы так. Не даем, как говорится, оторваться, не даем отыграться. Пока что баллы сохраняем и идем на следующий раунд. Полетели. Давай. Ребята, следующий раунд. Заверните мне еще 2 таких, пожалуйста. Миника. Миника, давай, ну, да. давай. Так, у тебя как бы Вольво, но вроде как бы высоко. Да ну, у тебя. Так, качается ли... По всей видимости, да, качается. Поэтому я просто ее скипаю. Пока-пока-покачивая. И Мерс. Ну, Мерс, кстати, повыше. Что очень странно. Но у меня был шанс на неудачу. И я эту неудачу уже достал, да, как бы воспользовался. Но хотелось бы... Ехала, что? Матис твоим корешем, брат. Он кореш? Я не вижу просто ее. Да, ты сейчас, когда загрузится, увидишь. Это дубайский Матис. Матис пикап. Поехали. Ну, я точнее уже уехал. Да ну, 27 баллов, чё? И все? 29, давай. Это ангел просто воплоти, брат. Можно мне проехать до 29, пожалуйста? Хотя, ну, пожалуйста, ну, хотя бы 28 баллов. Ну, еще минус 2 балла, ну, куда? Загрузился? Мой кореш? Господи. Ну, понял. Понял, да. Ладно, по всей видимости, у меня тоже 27, и как-то в этот раз не подзавезло, что ли. Да, плюс 2 балла в твою копилочку, и мы, получается, что уменьшаем разрыв и идем на следующий раунд. Давай. Вроде как есть шансы на победу, но они как будто улетучиваются с каждым раундом, и это меня не особо-то... Радует, а наоборот, расстраивают. Она поедет у тебя? Она, по-моему, не едет, брат. Она, по-моему, она не едет. Да, поэтому... Обидно. Пытайся переспаунить другую машину, а я тем временем пытаюсь достать хотя бы одну. И что-то как-то нету. И что-то как-то, ну, нету. О! Honda NSX. Это, конечно же, хорошо, но, по-моему... По-моему, ну, 30 должно быть баллов, я так полагаю. У тебя еще можно 2. Можно машину? Машину можно мне какую-нибудь? Давай, там возьмешь, 2 монстрака чисто. Дива, нормально, поехали. Да иди ты находись, алло! Да сколько можно тебе низких тачек? Спасибо. Сюда. Вступил, да, на тропу войны. Так, ну поехали, поехали. 8, 10... 12, 14, 16, 18, 24,
28-30? Да. Ну ладно. Не-не. Ладно, я думаю, где-то отсюда мы продолжим. Но я уже понимаю, что, возможно, 30 я не проезжаю. Алло! Ну я даже, я тоже не проезжаю. Ты там! А я здесь! Ну, 29 там, а баллов! Да. Алло! Нет! Ну нет! Это ты четко подметил, ты там. Ну нет! Ну пожалуйста! Ну, все, я приехал. Ну я не могу даже до 30 доехать, и в этом раунде минус балл! А тебе и не надо. Мне категорически это. Подожди, она вроде может! Она вроде может, у нас уже больше серии позади, мне как... Да, я проехал на 30, она вроде может. Так, а на полтинник она может или нет? А ну? Не а ну-ка может. Проверим. Не может. Ну тут да, тут 100% не сможет, потому что кое-как мы до 30 доехали, хотя ну, бы серьезно, ничья. Да, куда? Да, по два автомобиля спауним. Ну давай, смотрим, кому повезет, кому рандом, так давай, сказать, грузим. Выдаст. Пожалуйста, ну что-то пониже, ну вот что-то подобное, но только из-за дона, пожалуйста. О, то же самое, что было у тебя, прикол. Прямо сейчас? А, да. Да. Ну, это 30 баллов, это уже гарантировано, поэтому надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать, надо разными схемами обмануть нашу Хонду. И... А мне так, не сыпет, прикинь. Так, это Audi а мне не сыпет. Заряжена. Да, и это ну, считается, не, да, Audi явно выше. Ты берешь Хонду. Так, а мне не сыпет. Алло. Ну, если не сыпет, значит, здоровый. Урус засыпал. Урус. Нормально, засыпал. Тема, надо брать. А, это плохо, очень плохо. Причем он какой-то странный, он как будто китайский спереди, или это типа новый какой-то рестайлинговый, я что-то не пойму. Так, ну мне еще одну надо. Пониже, пожалуйста, пониже. Опа, опа-па-па-па-па-па-па, отлично. Что там у тебя, это да, ты что, угораешь? R8, да, поехали. Ну, кстати, поехали, тоже давай. Низко. Вот, правда, вот эту вот скамейку бы убрать. И было бы прям с кайфом, но по всей... Нет, она не убирается. А вот вопрос, она вообще прозрачная или она статичная? Но... Хорошечно, 30 баллов! Тоже? Ну, да, у тебя как бы с этим проблем точно не должно быть. А вот на полтинник я, кстати, походу могу. Да не а я походу ты. Могу, а вот ты вот не под можешь. Вопросом. Да я почти там! Не можешь! 50 баллов надо, 50 баллов. Я что, так много страдал ради этого? Ради этого раунда, чтобы разом добить еще полтинник. Фух, хорошо. Трындосина. Плюс 20 баллов мы плюсуем. Если ты сейчас не... Ну, по всей видимости, не, нет. Не у тебя как будто даже стойки каменные. Да, все. Ну да. Отлично, плюс 20 баллов, ты не можешь не радовать, мы отправляемся дальше. Давай. И заспауним еще снова две машины, ты, кстати, только одну. Давай. И это... Астон Мартин, ну ладно. О, Астон Мартин, это интересно, но, по-моему, Астон Мартин, да. Не претендент на экстрабал, поэтому можно пока не особо расстраиваться. Так, ну у меня опять что-то со спауном, опять что-то не сыпет. Опять какие-то проблемы. Да ну нафиг, алло. Надо брать. Я надо не брать. Знаю. Я. О, и RS7. Ну, я X не буду брать, а вот RS я возьму, конечно. Ну, это прям высоко. Ну, грех жаловаться с учетом моего прошлого раунда за эти заслуги. Я думаю, можно и один раунд подслить. Ну, 27. Кто-то, не знаю, тебе, конечно, везет, мне совсем не везет, что это за хрень? Да куда-то мне везет, ты посмотри на это, сколько раундов я страдал. Ты же был на финише. Ну финиш это одно, брат, а в раундах повезти ну, это другое. Ну так я про это и говорю. Ну 27 я точно не проеду дальше, плюс 2 балла, это 100% твоих, да, мы идем тогда, ребят, на следующий раунд. Больше раундов, больше интересных машин и больше боли в спауне. Меня этот урус преследует сегодня. Это какой, третий по счету, что ли, уже? Не знаю. Это какая-то дичь. К сожалению, но да. У тебя две машины тем временем, и мы смотрим. Но у меня осталось пока буквально нету. Еще раунда два. Ну. И? Ну, пока ничего вообще. Так, CLS выпал. Так, и первая есть. Но у тебя еще одна. Ну, получается, да, еще одна у меня. Я по обрачке чинить. Ой-ой-ой. Да ну! Ой-ей-ей. Ну куда? Ой-ей-ей. Ему под конец. Нормально. Пора быть на финише. Это хреново, потому что если ты сейчас проедешь на финиш,
то можно сказать, что есть шанс победы. Чё, 29? 27! В смысле 29? У нас же должна на полтинник проехать. Это же Авентадор. Ну, глянь. Даже не 30. Так, а на этом мы заканчиваем наш ролик, ребята. Он получился очень интересным. Какая-то херня. Чё происходит? Даже я не 30, знаю. Чё за бред? А у меня 27, слушай. Ну, кстати, если бы ты на 30 так пытался проехать, я бы еще понял. Но когда ты даже до 20... Ну, 29, 30, точнее. Ну, это как но бы... Ну, мне кажется, если долго мучиться, что-то из этого выйдет точно. Так, я каким-то образом чудным... Да, прошел, через шлак... 50, точнее говоря. Ну, вот это плохо, вот это очень плохо. Через шлак я прошел, конечно, точнее, помял всю заднюю часть, но пройти до 28 у меня, к сожалению, не получилось. Ладно, это 27 баллов, у тебя полтинник, и тем временем мы просто минусуем жестко баллы. Я даже не знаю, там остался ли разрыв. Наверное, баллов 10 около того. Ну, ладно, есть, идем да. на предпоследний раунд и спавним тачки. Да что такое? Это китайская. Это китайская, у меня тем временем одна. Можно, пожалуйста, что-то пониже? Что-то пониже, что-то пониже, прям, пожалуйста, пожалуйста. Не гелик, скам! Просто жесткий скам. Реально? Да. Это просто что? Это просто как? Ну, ждем твоей машины. У меня пока есть. Открываем 5 левел. Есть, да. Порше. Эх ты. Ладно, Порше. Поехали. Поехали. Прям низкий. Ребята, опять-таки это минусовый раунд. Мои заслуги, конечно... Это, знаешь, это как в универе, да? Сначала ты работаешь на зачетку, потом она работает на тебя. Ага. Но как-то моя зачетка, по-моему, не... резиновая, потому что... 23 балла. Зачем 20... ты работал на резиновую зачетку? Да я образно, если только сказать. 29 баллов у тебя, это минус 6. И у нас финальный раунд будет еще, кстати говоря. И у тебя две тачки. О, 24 балла. Ну, минус 5 хотя бы баллов, ладно. Идем на финальный раунд, ребята. Это плохо. Быть может, уже и нету разрыва того, о котором я думаю. Поэтому надо что-то с этим предпринять. Давай пробуем. Так, я пока это удаляю. Давай. Так, пока ГТАшно. Так, клоунский... фургон, и пока. Чего? Пока я? Нету ничего. Опа! Опа! Наконец-то! Наконец-то! Ламба! У тебя? Угу. У меня. Субарик. Беру. Что это такое? Не, это же обычная. GTA-шная. Субарик и это еще. Это GTA-шная? В смысле, какая-то GTA-шная? Разве не GTA-шная это? Рампат Рокет, это GTA-шная, брат. Это GTA-шная 100%. Такого в GTA нету. 100%. Такого есть. В GTA нет, не такого в GTA есть. Нету. У него даже прокачки нету, ты о чем? Ну давай проверим, посмотрим. Ребята в комментарии напишут, ну, есть ли такой GTA. Такого по-моему, в GTA есть. Нету, по-моему нету, стопудово, потому что мы все прочекали уже в GTA, такого нету. А, я на 30 тем временем. И там прокачки совсем нету, вообще никакой. Меня заживало! Финальный раунд, ребята, больше раундов не будет. И давай, ну чуть-чуть же! Ну чуть-чуть же! Ой, ты падаешь? А, нормально. Ты... О, полтинник, все, ты четвер. Так, это как бы-то и неплохо. Четвертая машина на финише, у тебя тем временем только две. Быть может, байк доедет до конца. Но да ты там себе заспавнил просто эту машину, все я знаю, короче. Все я знаю про себя. Ну, значит, повезло мне. Все я знаю. Да, повезло. Как это так называется? Ну, а что еще? А что еще, как говорится? Ну, у тебя, по-моему, 29. Да, все ясно. Да, баллов больше, к сожалению, не работает. Большая часть находится на 30, поэтому... Ну, можно сказать, да. Но, к сожалению, нет, 29. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всем удачки и пока-пока, друзья. Пока.